Приветствую все зрители своего канала, меня зовут Юрий Тетерин, и это очередной выпуск «Болен рыбалка», который я сегодня посвящу опять же фидеру. Пока на рыбалке один, соседей никого нету, только пришел, полностью расставился, решил поснимать, просто отчитаться. Для начала хотелось бы в начале выпуска сказать огромное спасибо тем, кто помогает мне деньгами с «Болен на комп». На данный момент пособирали уже 5000 рублей. Ну, кто хочет еще помочь, буду очень рад. Реквизиты можете найти внизу. Но сегодняшний выпуск у меня экспериментальный. Что такого экспериментального, я сейчас вам расскажу. Начнем с прикормки. Прикормка у меня полностью самодельная. Это каша, перемешка уже сделанная, все. С пучей тоже самодельная прикормка. Каша — это пшено плюс небольшое количество комбикормов. А в наличии, как делаю сыпучую прикормку самодельную, есть видео. Отдельное, я, если не забуду, постараюсь оставить данное видео, ссылку тоже в описании под видео. Что по насадке? В насадку я в опарыши черствения добавил очень приличное количество, где-то по зубчика по 3, каждую баночку раздавил чеснока. Где-то я слышал, что это очень помогает в плане того, что рыба любит запах чеснока и частенько срабатывает подмешивание непосредственно сока чеснока или давленного чеснока, там есть и то, и другое, в насадку. То есть насадка сама собой ароматизируется и привлекает данным своим запахом рыбу. Но как это сегодня сработает, мы с вами и увидим. Досталась мне же погода. Вроде по прогнозу смотрел, должно было за время все уже кончиться. Тут раз шестой опять начинается дождь. До этого сильный ветер дул, сейчас уже не дует, слава богу, хоть что-то радует. Но так рыбалка-то ни о чем. Редкие поклевки и то основная часть рыбы — это ельцы какие-то. Сигарету размерами. Далеко не то, что хотелось бы. Как ни странно, нет ни плотвы, ни густеры, не знаю почему. Последний раз заловили, когда густера была не отнерестившаяся. Возможно, или не на нересте, но не знаю, прошлый год она, по-моему, даже то позднее нерестилась. А в этом году еще холоднее. Ну, у нас тут все погодка, и под рыбу подставляют тоже. Все как-то не по-человечески получается. То, что на улице вечереет, прогноз погоды не совпадает пока с тем, что я видел, когда выезжал из дома. Опять какая-то синевая ползет. Поклевок было мало, стало вообще нисколько. Маленькие движения есть такие, но это ельчики там домогаются, не знаю. Все-таки надеюсь, ночью вот кто-нибудь приползет укусить нашего червяка. Сейчас Олегу Чебыкину звонил, он должен подъехать с удочкой попозже, посидеть до вечера. До позднего, до потемок. Он был тут позавчера. Ну, половил так в среднем. Пару подлещиков попало, где-то таких маленьких, небольших, средних. Ночью вот так вот. Тоже вот с утра у меня ельцы достали. А меня сейчас вот с вечера ельцы достали. Одна густерка попалась после того, как сказал, что не клюет ничего. И на этом все. Это я про себя. Сейчас
перезабросить, не знаю. Кормушка, по-моему, еще не пустая. Не вымыла. Прикормку. Не вымыла. А. Плотва. Без поклевки. Я прозевал, пока ту камеру включал. Вот ичка попадается. Кстати, тоже говорил, что их не клюет. А вот и она. Там бледная. Как поганка. Ночь светлая, ветра практически нету, ну и рыба клевать не хочет. Редко, очень небольшая фанерка, радует поклевками. В целом тишина, перезабрасывает периодически с целью закормить все-таки точку, вставлять ее постоянно с хорошим столом, качественно, чтобы было там все, чтобы рыба мало ли пришла и не пожалела о том, что она пришла именно на этот берег ко мне, а не под те три костра. Поставил закидушечку, поймал небольшого налимчика, грамм 300, неплохой клюв, но не снял поклевку, камера в кармане была, на повербанке стояла, на зарядке. Так, очередная кормушка заполнена. Делаем заброс. Вот туда, как раз к костру. Начало лета. Ночью невозможно костра зайти. Ну, конечно, возможно, но наличие двоих штанов, двух курточек, зимних сапогов позволяют это идти, чтобы перезабросить фидер, посидеть около него маленько. Там у меня накидушку кто-то пытается утащить. Кто бы это мог быть? Сейчас мы узнаем. Мелкий налименок. Ну, говорю, наличие закидушки неплохо сказывается на прилове такой рыбы, как налим. Опять мелкий. Чего-то не видно. Что-то есть, только без подсачников. Страшновато становится. Лимчик. Ничего страшного, их-то можно без подсака брать. О, лимчик, это хорошо. Лимчик такой уже съедобного размера. Вот так и первый, которого я здесь поймал, которого не снял. Второй был намного меньше, а этот уже сковородочный. Что-то есть не особо крупное, но что-то есть. Это белая рыба была. Бесит.
не крупная, боюсь себя сглазить. Кормушку вижу, рыбы нет. Ну, это всего лишь густерка. Просто кормушка еще не убила. Корм сильно сопротивлялась из-за этого кормушка. Да и когда долго рыбу не ловишь. Нормально, я уже забывал, как она ощущается на фидере. Я с ним мучился минут 5-10 точно. Подстачник тут у меня весь сложился. Но все-таки он инфекционен, маленько тут подвымучил и подвытянул. Но я бурю адреналина получил, бурю. Просто кучу. Плохо, что камера была не включена, и вот я на ходу уже там камеру включал. Вот он. Вот он. За килограмм, и слава богу. Что ж, друзья, у меня по клевке остались только одних ельцов, так что задерживаться надолго здесь я не вижу смысла. Фидер уже смотан, основная часть вещей тоже смотана, пора показать нам улов. Находится в довольно неплохом количестве. Не могу сказать точно, что слагаем успеха нам привел тут к успеху нам привел чеснок, добавленный в насадку. Но по крайней мере чеснок в насадке был, и прикормка чисто самодельная, никакой покупной здесь добавлено не было. Ну и вот, конечно же, наш сегодняшний бонус — просто замечательный боец, который подарил мне сегодня массу удовольствия. Ну и помимо его здесь много всяких замечательных рыбешек. Проверяем вес. Кило 380. Вполне неплохо. Далеко не самый маленький плещ, которого удалось мне ловить.
Ну, тут получше видно, какие рыбы присутствуют. Окуньки. Сапа. Сапа. Но сапа это основная часть. Вот. Густера. Плотвички. Ну, там, герши и прочее. Гадость. Такая, как, вот, допустим, ельчики. Несколько хорошеньких наримчиков. Вот такая вот рыбалочка у нас сегодня. На сегодняшнем... В сегодняшнем сезоне пока самое наилучшее. Что ж, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ждите новых видео интересных, надеюсь, от меня. Надеюсь, от меня интересных. Всем пока, до скорых встреч, с вами был Юрий Тетерин и очередной выпуск «Больно рыбалкой».